Итак, сегодня выезжаем. Сегодня 27 число. Выезжаем в тур по Канаде. Решили проехаться по BC, немножко на север. Сейчас будем загружать машину. Ну, погода вроде растаивает. Это наша прихожая. С Новым годом почти. 27-е. Дороги вроде тают, так что пока сейчас выйдем из города, должно быть уже достаточно нормально. Родителям передашь привет? Хочу показать, спасибо. Сколько мы набираем, чтобы дать, да, лыжи. Очень много. Хорошо иметь большую машину. Лыжи, дополнительная одежда, куртки. Вдруг замерзнем. А, приехали мы на первую остановку, Мерит. Такой маленький городок, маленькая остановка. Чисто поменять водителя и передохнуть. Самую высокую точку проехали. В принципе, дорога нормальная. Чуть-чуть ледок наверху был, но основные люди нормально едут. Где-то 80 км было. А он сзади нас. Едем на северо-запад. Машунька за рулем сменила меня. Но такое ощущение, что здесь вообще нет снега. Да? Каньоны и горы. 27 декабря. Север Канады. Ну, не совсем север, но мы выезжали, у нас снега было больше. Мы идем на водопад. Доставать ее из кармана. Нет? Я без перчаток. В кармане. Да. Как тебе наша следующая остановка, Даша? О! И мы тебя не видели. Hello! Hello! Snow dog! Ну. Hello! Ух ты, какой он! Ой. Такой волосатый! Ой, you're so big! Oh my god! You're in the snow! Вот мы добрали до нашего города. Как называется? Лулу? Как-то так, Лилуэй. Вот. У нас прикольное местечко. Дашунька готовит, ищет, куда нам пойти на ужин. Не, я пока смотрю хайки. А, хайки. Возможно, еще одну кровать ставить. Наконец-то мы выбрали нормальное место. Прикольный у них вид. Так, научиться как открывать. Так вот выходишь. Мы зашли поужинать в греческий ресторан. Приятного аппетита. Очень они здесь симпатично.